Фонд «Институт экономики города» провел исследование и оценил, насколько быстро может житель города добраться от работы до дома. Рассматривали Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие крупные города нашей страны. Лидерами по доступности на личном авто стали Пермь и Новосибирск. А вот на общественном транспорте самым доступным в передвижении стал Владивосток. А насколько быстро до дома добираются тверичане, расскажем в сюжете. По данным статистики, Тверь находится на 14-м месте среди городов России по значению транспортной доступности. Для удобства граждан составлено гибкое расписание автобусов, маршрут и прибытие которых можно отследить с помощью приложения. Мы решили узнать у тверичан, за какое время они добираются с работы до дома и каким способом. В основном от дома до колледжа 10 минут. За полчаса. 21-й автобус ходит редко. Если бы 21-й автобус ходил бы чаще, то было бы хорошо. Ну, минут 40. Я из-за города езжу. Ну, а так, в принципе, я довольна. И у нас в Ребеево очень хорошо ходит 227-й. Мы счастливы, у кого нет машины. Если ехать на 55-м маршруте, то это где-то минут 40 ехать. Если ехать на 43-м, то минут 50. В принципе, и туда, и назад. Ну, назад чуть побыстрее. А утром пробки как-то помедленнее. А в среднем доезжаю за минут 15-20. Проблем с транспортом у меня не возникает. Это всегда довольно-таки быстро. До работы за 10 минут. Я всегда работу выбираю поближе к дому. Все отлично. Спасибо Игорю Михайловичу Рудене, потому что на самом деле он сделал хорошую вот эту вот транспортную логистику. Убрал эти маршрутки ржавые и хорошие автобусы. И очень удобно. Карточку приложил спокойненько, не надо с собой мелочь таскать, и поехал. Большинство опрошенных путь до работы и обратно устраивает, но всегда есть к чему стремиться. На общественном транспорте тверичане добираются в среднем за 30 минут, в зависимости от района. А вот на личном авто путь занимает около 15 минут. В любом случае, это вполне адекватное время, которое человек может затрачивать на путь от работы до дома.